лето, есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Маленький цветочек из сказочного детства огонек. Твоя душа не сорванный росточек, а я в этом поле ветерок. Живая скрипка, ангельское пенье и музыка небесной красоты. Возьми, как свет мои стихотворения, вдохни, как дождь, концертные цветы. Моя любовь — несыгранная пьеса в оркестре неизбежных перемен. Я слышала вчера сонату леса, звучали гроздья музыкальных тем. Прости, гитара, порванные струны и скрипку, охлажденную в пути. Благодарю источники в июне, благодарю святые родники. У Бога много музыки и песен, дорога одиночества вдвоем. По ней прошел поэт Сергей Есенин, сжигая сердце солнечным лучом. Молчит, как ночь, намоленное небо, а мы поем, как птицы на лету. В твоих глазах заплаканное лето, давай запомним только теплоту. Твоя любовь — мелодия движения, лирические звуки в тишине. Звучит оркестр в моем воображении, как море мы на сказочной волне. Живая скрипка, ангельское пение и музыка небесной красоты. Возьми, как свет, мои стихотворения, вдохни, как дождь, концертные цветы. Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня с вами передача «Лаврские встречи», и я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях творческий дуэт, заслуженный артист России Владимир Денистов и Ксения Зудан. Здравствуйте. Спасибо, Господи, вас за песню проникновенную. Вот. Володя уже был у нас на передаче, а сегодня вы решили прийти вдвоем. Сейчас вы часто выступаете, да, дуэтом, у вас сложившийся дуэт? Да, да, слава Богу, у нас сложился дуэт. А вот песня, которую сейчас, расскажите, которая сейчас прозвучала, расскажите об этой песне.
Дело в том, что мы недавно совсем были в Витебске на православном фестивале «Адигитрия». И председателем жюри фестиваля был замечательный автор-исполнитель Сергей Гребенников. Mm-hmm. Его многие знают. И он поет эту песню, он ее написал для себя и для своей партнерши Анны Мит. И он предложил нам ее петь. Нам очень понравилось. И вот мы сделали, и сегодня первый раз это премьера мы исполняем. Волновались? Еще слова не выучили, наверное. Он подарил диски, и Сергей подошел ко мне и спросил, говорит, ну как, Вова, тебе? А я тогда еще не послушал, а дома сейчас, вот сидя вечером, послушал его стихи. Я ему сказал про эту песню, я ему сказал, что это сейчас это необходимо просто людям. А именно его творчество, не знаю как, но задевает сердца человеческие, это здорово, это радует. Ну, они у нас на передаче были. Хороший дуэт, необычный. Ну, слава Богу, что сейчас пишут такие, поэты появляются. Он действительно поэт. Не знаю, это как капелька сверху. Наверное, такой поцелованный человек Богом, или как говорят так, в народе. Я так понял, что вот у вас в вашем репертуаре все больше и больше появляется духовных песен. Даже блок такой появился. Вы же выступаете не только с духовным репертуаром в Петербурге, да, нет, в других городах? Конечно. Нам просто вот мне, допустим, удобно, что я раньше там в Ленконцерте в свое время выступал. Mm-hmm. Я на прошлой передаче рассказывал. Это Ленконцерт, Калинка, поющие гитары, рок-опера. Вот. Удобно мне концертную программу выстраивать сначала, как бы вот те времена того времени, чем я занимался. Mm-hmm. А в конце просто это уже, наверное, само время диктует необходимость этого. Необходимость именно духовной. Некоторые боятся просто духовные песни. Так это же песни сердца. Сердце, люди наболевшие поют оттуда, что исходит из них. Это же как бы через страдания эта чистота выходит, получается. Получается история жизни, да? История жизни, да. Да, и в конце исповедь, можно так сказать. И покаяние, да? Да. Хорошо, это правильно. Может быть, для многих эстрадных артистов это пример. Ну. Что же, воспевать страсти всю жизнь? Да, ты ушел, я пришла. Ну, страсти, это же, да, это, я думаю, что это для меня это как борьба определенная. Это как воин Христов, а значит, сам с собой ведешь войну. А пока нет, да, раздрая такого? Тяжело побеждать. Ну, песни, я помню, на одном концерте песню «Старой пел», а там такие слова, которую я бы сейчас уже не произнес в этот момент. Угу. И вот к этому времени подходит, к тому моменту, как я исполняю, и меня такой ужас охватил. Я выдавил, что-то выдавил из себя, нечленораздельное. Ну, как бы и прошло это. Было ужасно, потому что ты уже меняешься, что-то в тебе изменилось, ты уже не можешь жить так, а вынужден. Такого нет у вас, да, такого момента пока еще в выступлениях. Нет, бывает, нет, но еще такого нет. Так честно, положа руку на сердце. Ну, потому что были чистые, честные песни, да, наши советские-то. Ну, да, советские песни, искренние, там, песни там, где клен шумит, Наташка, Наташка, такие веселые песни. Две копейки за счастье. Автоматы стояли у нас, помните, по две. Хорошие песни просто, добрые, действительно добрые. А что вы нам еще сегодня покажете, споете? Сегодня прозвучат еще песни петербургских авторов. Мы, как уже говорилось, участвуем в концертах. У нас есть свои программы, да, вот эти вот состоящие из старых песен, отрывков из спектаклей, духовного блока. А есть полностью духовные концерты. Их проводит Фонд развития славянской культуры и православия, который возглавляет архимандрит Нектарий Головкин. И мы участвуем обязательно в этих концертах, и там поем песни авторства, да, и самого архимандрита Нектария, других авторов современных в основном. Я, например, пою песни на стихи замечательного петербургского поэта молодого Григория Хубылавы. Есть такая песня «С верой святой». Володя поет много песен архимандрита Нектария. Вот. И это, в общем, основа того, что мы исполняем. А сейчас что вы исполните в настоящий момент? Песня архимандрита Нектария на стихи его матушки. Матушка уже ушла, почила в Боге. Вот. Батюшка тогда еще возмущался, почему вперед его поспешила, как бы. А прихожанам интересно был сон. Там, вот я когда слушал там женщине одной, приснился сон, что она как бы готовит ему место. Матушка его. Удивительно. Она говорит, я такой сон видела, она рассказывала, да, слез. Вот. А батюшка на стихи ее, как бы все это, и с деткой, и про деток там есть, и у него много.
интересных песен. Вот одна из них про Россию песня. Ясно всходит солнце над землею русской, золотом сверкают в тишине кресты. Что же вы забыли, россияне, Бога? И о чем, скажите, думаете вы? Что же вы забыли, россияне, Бога? И о чем, скажите, думаете вы? Оглянитесь, люди, все вокруг чужое, чуждое наречие, неродной язык. А над нами небо нежно-голубое, отчего блаженный головой поник. А над нами небо нежно-голубое, отчего блаженный головой поник. Достает котомку и на гуслях тихо напевает грустно чудные псалмы. А на сердце стало больно так и лихо, от того, что нынче заблудились мы. А на сердце стало больно так и лихо, от того, что ныне заблудились мы. Мы проходим мимо истины предвечной, поклоняясь мертвым идолам чужим. Забываем все мы наш итог конечный, что мы здесь не дома, что мы здесь гостим. Забываем все мы наш итог конечный, что мы здесь не дома, что мы здесь гостим. Ясно всходит солнце над землею русской. Спасибо, Господи. Вас слова эти, да, затронули, отзываются в вашем сердце, Володя? Затронули. То, что происходит, да, с нами сейчас, с Россией. Да, слава Богу, что с батюшкой, с Нектарием я встретился в свое время. Это просто как компас. Компас в моей жизни. Куда, что, как. Потому что сам по себе по лабиринту ходил, гулял, это что-то. Слепой слепого куда, да, приведет? Тупик, 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 тупик. А тут раз, 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 раз. Слава Богу. С Богом, да, с Богом все, слава Богу. Так, что же нам с нами сейчас происходит? Об этом, конечно, и петь нужно. И если есть талант, если есть... Господь дает талант, да, для чего-то. Вот, если мы можем отражать то, что на наше сердце вот, колеблется с чем, да, и людям это становится понятно. Да, хотелось бы это так, чтобы это послужить. Послужить, да? Угу. То есть превратить свою жизнь в служение Богу и людям. Ну, я тоже, и многим людям этого желаю, этого состояния, чтобы они к этому пришли. Чтобы не запутывались в своих жизненных путях. Я тоже хочу спеть песню. Сейчас уже у нас лето на исходе. Вот надвигается осень, грустная пора, пора плодов земных. Вот, и пора творчества. Время такое. Угу. И сейчас я ее спою. Ну вот и лето на исходе,
грустит береза у окна. И в сердце тысячи мелодий, а жизнь одна, а жизнь одна. Уж в облаках исчезли птицы, им будет труден перелет. Нам умереть и вновь родиться, жизнь не дает, жизнь не дает. Не знаю, поздно или рано, не знаю, нужно или нет. Душе моей, как птице странной, лететь на свет, лететь на свет. Ваши песни, ваш голос. Захотелось ее, хотел, готовил другую песню, захотелось ее спеть. Чудно. Чудно. Продолжим нашу передачу. Значит, совместный дуэт у вас и в рок-опере, да? Нет, я в рок-опере не работаю. Не участвуете, да? Нет. Только Володя. А это концерты? Просто, да? С да, концертной деятельностью. Ну, я же администратор, то есть я делаю концерты. А, еще администратор. Да. Очень удобно. Не то слово. Она просто умеет это делать. Действительно, не каждый человек. Вот я, допустим, не умею, и все. А ей это дано, действительно дано. Она это просто делает. Ну, конечно, понятно, что надо уметь. Как вы друг друга нашли? Так вот, интересно, в двух словах. Ну, я пришла в театр рок-опера случайно на спектакль «Юнона и Авось». Вот, и поняла, что все, это вот, это мое, то, что нужно, то, что я искала. Я же музыкант по образованию, я певица. Вот, но в таком жанре я совсем не работала, то есть я классику пела. И я пришла, вот увидела, посмотрела и сразу зацепила, что Володя, конечно, самый, вообще самый, вот лично для меня, да, вот лучший артист. Ну, я стала поклонницей, то есть цветы, там всякие, там, я вас обожаю, вот, да. А потом он узнал, что я тоже музыкой занимаюсь, он очень хотел сольную деятельность, и вдруг мне говорит, ты можешь сделать концерт? А я говорю, могу, а сама думаю, а как я буду делать концерт, я вообще не знаю. Вот, а сделали первый. И мы не думали, что это вот будет все время. И пошло. Публика же есть, своя есть публика, есть еще какая-то. И так вот мы, у нас вот недавно был 33-й сольный концерт. Я считаю, что это прилично за два года. Мы выезжаем периодически в другие города, на Володину родину мы часто ездим, в Мурманскую область. И вообще, то есть, в принципе, оно пошло. Какие-то фестивали, вообще мероприятия. Бывают же городские. Ну, за этим надо следить просто, да, это же... Все сложно. Ну, это моя работа.
основная. Ну, вы в конце расскажете о ваших планах, или сейчас можно, как пока идет? Ну, можно вот сказать. Про концерты ваши. Да, конечно. У нас концерты примерно раз в месяц в городе проходят сольные. Ближайший состоится 26 октября в театральном центре на Коломенской. Мы будем играть программу «От сердца к сердцу мост», где обязательно прозвучат и старые песни, и отрывки из спектаклей, из самых знаменитых, и, конечно же, духовные песни, которые мы поем. Нас трое выступает. Мы еще Кирилл Смирнов, солист театра рок-опера. Вот, и мы надеемся, что эта программа, она будет новая, она сложится. Дай Бог, вам надо приглашать наших обязательно, зрителей. Обязательно, да. Мы будем рады, если все придут. У нас, я хотел еще по поводу телеканала «Союз» сказать, что я позавчера, мы снимали сюжет, вот здесь передачу, и я выхожу, подходит женщина из Донецка и говорит: «Отец Анатолий, это вы?» Я говорю: «Да». «Вы знаете, мы вам на Украине, там смотрим вашу передачу. Я сейчас приехала, нас бомбят, я приехала с сына, чтобы он поступил сюда, а там у меня две дочки и мама, и все. Вот, и мне придется возвращаться обратно, не знаю, живы будем или нет. Но мы смотрим вашу передачу, смотрим телеканал «Союз». Это для нас как глоток воздуха. Вот, спасибо, что вы есть. Спасибо. Передайте всем спасибо, всем участникам». Мне так было, ну, меня это очень тронуло. Да, это сейчас нужно. Значит, это действует. А да, музыка, действует, она... музыка объединяет людей, правильно же? Конечно. Украинские песни, русские. Все это переплетено одними корнями. У меня отец украинец. Да? Угу. Ну вот, видишь. Царство небесное. Да, он из Полтавы. Из Полтавы родом. Бабушка у меня там лежит на кладбище. Я когда в Полтаве бываю, к ней хожу. Вот так вот. Дай Бог, все это недоразумение закончится. Переживаем мы все, конечно. Мы это, когда сейчас в Москве были, и с батюшкой шли, и тоже подошли беженцы, они... Батюшка говорит: «Плохо молимся», говорит, «плохо молимся, плохо, надо больше молиться». Ваш дуэт, он дает вам такую возможность духовного роста? Вы же постепенно к этому приближаетесь, да? Хотелось бы надеяться, да. Так, а другого пути нет, по-моему. Так, это постепенно, но идем. Да, сейчас это какой-то вакуум существует. И этот вакуум пытаются заполнять, вот, к сожалению, не очень хорошее. Не очень хорошего качества и уровня исполнители. Поэтому очень хорошо, что, Володя, вы появились на эстраде. Вот. Потому что у Володи такой опыт, и такой жизненной подачи. Ведь получается так, что опыт пригодился, да? Конечно, весь. Пригодился. И весь негатив, и, ну, все, что было, это теперь является опытом, золотым багажом. Да и поделиться можно, конечно, хочется поделиться опытом. И петь хочется. Ну, очень хочется. Петь о хорошем, о главном, действительно. Это не отнять. Это не отнять. Да, спасибо, Господи. Желаю вам, ну, творческих успехов на вашем пути. Желаю, чтобы вы поднимались по этой лесенке. И духовной, и вот и сценической. Спасибо. Вот, чтобы у вас концерты были, чтобы вы радовали людей своими талантами, своими улыбками, пением. Человек же по образу и подобию Божьему, да, создан. Человек-творец. Да, хочется найти образ в себе. Образ Божий, да. И, можно сказать, вернуть даже его. Да, вернуть, себе. Да, раскопать. Я вообще говорю вот на проповедях у себя в храме, говорю, надо прийти, для начала надо прийти в себя. Потому что мы потеряли сами себя, да, как-то вот. И образ Божий в себе. Уже даже в зеркале себя иногда некоторые не узнают. Вот. А потом уже делать маленькие-маленькие шажки. Через покаяние, через молитву, через исповедь, через причастие, через делание добрых дел, милосердие, через творчество. Передача наша подходит к концу.
Мы прощаемся с вами, дорогие мои. С вами был священник Анатолий Першин и Владимир Денистов и Ксения Зудин. Божьей помощи. До скорых встреч.